Инструкция по экспорту приватного ключа для macOS. Во вкладке «Домой» вызовите меню в правом верхнем углу. Нажмите «Экспортировать приватный ключ». Создайте свой пин-код. Нажмите «Сгенерировать». Чтобы сохранить ключ в файл, нажмите соответствующую кнопку, выберите нужную для хранения папку и нажмите «Сохранить». Поздравляем! Ваш ключ сохранен. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите «Пропустить» и в левом верхнем углу «Назад». Приятного использования QChain Node!